настоящее время КПХ РСП проводит восстановительные работы интерьера и кровли одного из зданий городской инфраструктуры. Повреждения были вызваны и разрушения, к сожалению, уже ставшими привычными последствиями взрывной волны. Частично была повреждена кровля и очень сильно были повреждены внутренние помещения. Значит, на кровле мы закрепили несущую систему стропильную, восстановили покрытие шиферное с небольшой заменой и отремонтировали кровельные надстройки, это выходы на кровлю, вентканалы. Внутри здания, из-за того, что вылетели окна, в марте была разморожена система отопления, лопнули трубы, и в результате чего было залито два этажа здания. В настоящий момент мы просушиваем помещение, заменяем внутренние коммуникации, электрику, отопление, водопровод и проводим ремонт интерьера. Меняем потолки, полы, стены восстанавливаем. В общем, создаем нормальные условия для нормальной жизнедеятельности наших городских служб. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Гришко та Юрій Бабикін. Харківські звістя.